Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Пришел ко мне очередной телефончик на распаковку. И сейчас будем смотреть, что за телефон, потому что я, как всегда, не знаю, что это за телефон. Мне приходит по ссылке россыпью, поэтому я не имею понятия, где какой находится. Вот. Ну, я точно знаю, что это Nokia, потому что все три посылки должны быть именно Nokia телефона. А какой именно, я не знаю. Вот мы сейчас и посмотрим. У нас на распаковочке это у нас N96. N96, значит, так. Это на пол скинем. И сейчас посмотрим, что там у нас с N96. Так, тут у нас в коробке наушнички Nokia. Зарядное устройство тоненькое Nokia. Кабель USB Nokia, есть диск Nokia, OVI, есть мануал с логотипом Nokia и сам телефон. Коробочку в сторону. Это я сейчас все обратно сложу. Аккуратненько или неаккуратненько получится. Вот так вот, в общем. И посмотрим у нас сам телефон. Вот он наш телефончик. Вот такой вот. Nokia N96. Там у нас Carl Zeiss написано, все дела. 5 мегапикселей камеры, здесь две вспышки. Для тех, кто не в курсе. Nokia уже давно эту технологию использует. Единственное, что они одного цвета. А сейчас все самые такие устройства там продвинуты. Это еще две вспышки. Это прям такое открытие, когда Nokia это уже давно делала. Так, качелька громкости есть сбоку. Кнопка под камеру. Динамики. Динамики здесь стерео. Звучат очень хорошо. Так, спереди у нас пленочки везде на клавиатуре. Сзади пленочка. Так вот он открывается у нас. Так должен открываться. Тут тоже пленка. Сейчас мы его включим. Где у нас кнопка включения? Здесь. Так, надо посмотреть еще, не заклеили ли там батарейку, чтобы телефон не включился по дороге. Да, заклеили. Ух ты, как плотненько сидит. Вот так, как же нам вытащить ножницами. Ого. Что-то плотненько как-то запихнули. Ну да, здесь так клееночки напихали, елки-палки. Вот у нас внутренности светленькие, блестят, не царапанные. Все новенькое, разъем, что все хорошо, никакой грязи. Батарейка у нас здесь BL5F, сколько тут, 950 мА, ну стандартно. Для старых телефонов Nokia. Вот, так что, это у нас антенка, походу. Сейчас мы обратно все это дело закроем. Так, ну хорошо, крышка закрывается туго, так нормально. Это хорошо, что она туго закрывается. Мне нравится. Так, включаем. И все, телефончик у нас включился. Такой вот аппаратик у нас. Хорошенький. Так, закроем. Так, ну-ка. Логотипчик Nokia. Ух, как долго включается. Хотя, я думаю, не дольше, чем современные смартфоны. Ха. Даже быстрее, наверное, чем некоторые. Так, русский язык сразу не стоит. Надо сейчас выставить. Так, что у нас с камерой? Ну, а камера так должна запускаться, интересно. Да, запускается. Так, просто он задумался немножко. Ну, хотя я его только включил, он должен растормозиться еще. Так, ну, accept, cancel. Не надо нам ничего. Включай камеру. Нет. Так, камера включилась. Ну.
Ну, теперь же ничего не видно. Это ёлки-палки. Как-то долго... О, вот. Есть контакт. Камера у нас работает. Сейчас попробуем сфотографировать. Что-то не пойму. Ага. Фокусировка тоже работает. Ну и все фотографирует. Все в порядке. Так, сейчас выставим тут русский язык. Посмотрим, есть ли он. Хотя не сомневаюсь, что он есть. Должен быть по-любому. Так, setting. General. Select factory. Position. Так, это, наверное, не то. Персонализация. Display. Стандарт. Ага, language. Вот. Автоматик. Здесь, о, украинская даже есть, русский есть, болгарский есть, ух ты. Тут с языками погуще, чем в предыдущем телефоне. Так, сейчас он должен немножко перезагрузиться, чтобы все поставить на русский язык. Так, еще раз посмотрим по внешнему виду. Ну, смотрится все неплохо. Сборка хорошая, ничего не люфтит, не трахтит. На своих местах внизу разъем microSB и разъем под зарядку тонкую. Так, хорошо. Ну все, русский язык у нас стал. Сами смотрите. Русский язык есть. Так, сюда. Вот так вот. Приветствие туда-сюда. Не надо. Все. Все работает, русский есть, все. Всем спасибо за то, что посмотрели мое видео. Ставим лайки, если кому понравилось, кому полезно было видео. Всем спасибо, до свидания. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.